Не пойми, что вот я наговорил. Мы вырежем. Или оставим. Ох, какие вопросы ты, Саша, задаешь. Хотя почему бы нет? Его картины украшают частные коллекции и общественные пространства в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Норильске, Нижнем Тагиле, Астане и Цюрихе. Петр Серебровский – харизматичный, модный, популярный, разносторонне одаренный художник, музыкант, почетный член Миланской онлайн-арт-галереи, служил в президентском полку и написал об этом книгу, участвовал в кремлевском балете «Ромео и Джульетта», расписал тысячи квадратных метров в интерьерах и создал 100 картин для Лахта-центра. Участвовал в венецианской экологической выставке и международных онлайн-выставках в Нью-Йорке и Цюрихе. И не устает радовать своих поклонников экспозициями в родном городе. Как я уже говорю, не первый раз за последние, наверное, месяц, может быть, недели три, мы этого события ждали целый год. Ну что, Петь, поздравляю, все-таки случилось, все-таки состоялось. Рассказывай, что здесь, какая концепция, вообще есть ли она, потому что смотришь и очень все разное. А я все в поиске же собственного почерка, и вот в этот момент я понял, что почерк-то, видимо, вот в этом разнообразии-то и есть. То есть концепция в отсутствии как таковой, вот нарочитой такой концепции. Я вот буду делать горы, и я, значит, делаю горы. Я буду делать море, и я, значит, делаю море. Ну, я другого формата художник. Я не говорю, что так плохо, я говорю, что я другой. Я исследователь такой, я вот как квадрокоптер, я вот летаю. Море, раз сфоткал, горы, раз сфоткал. Насколько мир разнообразный, настолько я в него вот и пытаюсь погружаться. Может быть, это прощупывание, может быть, однажды найдя что-то такое, я буду тем, про кого сейчас говорю, что я не он. Может, я начну и буду... Нарисовал я птицу, идущую по городу. Вот, может, у меня будет серия птиц, идущих по городу. Я даже, когда в школе учился, я писал в тетрадках по-разному. Я помню, как ты в тетрадках писал, в моих, кстати, тоже писал. То есть я в литературе писал одним почерком, в математике другим. Еще у нас был такой Сережа Каткин, у него были буквы вообще квадратные. Я писал однажды, как Сережа Каткин, мне было вот интересно, как это он делает, я писал его почерком. Ну, с детства все это идет, вот какое-то подражательное собирательство, ты собираешь. Ведь если бы я был фотографом, я бы тоже, наверное, снимал все разное, я бы собирал, коллекционировал себе разные жанры. Мы же понимаем, да, под этим термином подразумевается что-то такое вот ультрасовременное, непонятное. Жанр же, он живой, он трансформируется. Ну, так же, как в музыке. Групп же много. А знаем, допустим, какие-то вот, которые самые известные. А групп там десятки тысяч. Да, что-то кто-то делает, и хорошие ли они. Это, знаешь, это мы сейчас входим в спор, что считать искусством. Все ли искусство, что есть, вот творчество, или не все? И кто, опять же, кто будет судить это? Еще эмоциональный интеллект у людей разный. Кому-то надо подсказать и рассказать, как смотреть. Я же не случайно, когда у меня была выставка абстракции, я раз в неделю делал экскурсии. И когда я рассказывал, почему вот здесь так, почему тут так, люди, вот, ой, как нам нравится тогда. А сначала, знаешь, все из серии «Я тоже так могу, что за мазня» и все. Режиссеры бывают, когда что-то о фильмах своих дают какую-то наводку тебе, объяснение. Оно тебе помогает понять, потому что невозможно во всем разбираться, до всего сразу доходить. Тем более мы же в жизни как? Мы же живем какими-то этапами и периодами. Ты в данный период, допустим, не настроен на что-то такое вот креативно. Тебе нравится классика. Тебе не зайдет современное искусство. А однажды, присытившись классикой, ты, например, смело нырнешь вот во все эти перевернутые унитазы там, и акционизм там, и прочее. Ну, не знаю, вопрос очень сложный. Его решит только, наверное, обстоятельства. Сами его и решат. Когда оно что-то произойдет, вот мы с тобой через 10 лет в Милане на выставке, ты будешь у меня брать интервью? Я тебе там скажу: «Саша, бабки решают». Или я скажу: «Саша, нет, я, вот не надо мне ваших евро, вот у меня чемодан, кеды, так же и лежат, как 10 лет назад». У Пикассо интересная есть фраза, когда ему было 90 лет, он сказал, что ему горько и больно, что вот он всю жизнь писал вот всякую абракадабру, потому что она круто продавалась, и чем непонятнее, тем ее лучше покупали. Что да, я понял время, то есть он понял вот эту вот стезю современную, такой непонятности, вызова, но, говорит, как художник, не высказался в итоге.
Я вообще человек компромиссов. Я считаю, что должен быть какой-то компромисс и коммерческой успешности, и все-таки творчество оставлять. Лишь бы не исписаться, лишь бы идеи не кончились, лишь бы, да, вот. Потому что бывает, напишешь серию картин, пауза, и думаешь, а если это вот сейчас прям на несколько лет, а если вот ничего в голову не придет. Потом проходит неделя другая, приходит идея, и думаешь, фу, ну все, пока что я еще это что-то могу. Вот. Вот это скорее заботит. А там то, что деньги, слава, знаменитость, ну это все такое. В гробу карманов нет, как говорится. Туда ничего не возьмешь, главное все-таки высказываться. Если говорить о заказчиках, какие чаще всего бывают запросы, что люди просят тебя написать для их интерьеров? Слушай, заказчики такие же люди, строго говоря, как и мы все. Заказчики разные, такие же разные, как и есть. Вот картина вот эта, на первый взгляд, такая вот творческая. Это на самом деле заказная работа. То есть при всей своей непопсовости сюжета, просто я обсудил с заказчиком, что вот у меня есть такая идея, он проник, сказал, о, давай сделаем. Кто-то скажет, да ну зачем мне такое, вот это воины какого-то там, война. Мне, кстати, очень понравилось, потому что тут идеи. Здесь философия, здесь, да. Здесь. Кому-то нужно просто не для разглядывания картину, как здесь, а для созерцания. Просто какое-то пятно цветовое в интерьер. Кому-то вот вынь да положь копию какую-то, вот Ван Гога хочется. Скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя эмигрантских настроений? Комфортно ли тебе в Челябинске? Спрашиваю, потому что это такой тренд, который держится последние даже не годы, а десятилетия. Хочется ли уехать и хочется ли остаться и почему? Слушай, тема миграции, не знаю, я очень привязываюсь вот к местам, где мне хорошо, где у меня было счастливое детство. Ну вот у меня недавно была выставка в Венеции до ковида, вот как раз в феврале. Сейчас должна была быть выставка в Генуе и еще раз в Венеции, но там красная зона. Ну, то есть мне не мешает проживание в Челябинске наводить вот движ, суету, двигаться в сторону европейских каких-то рынков, выставок. Если я перееду это не из-за истерии вот этой, покинуть Челябинск там из-за ГОКа, из-за ЧМЗ, там, ну, из-за, в смысле, из-за выбросов. То есть если я уеду куда-то, а не из, а не от. Если я уеду, то прицельно, допустим, в Милан по контракту расписывать дома. Ну, грубо говоря, хотя почему бы и нет. Спасибо.